Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня для вас приготовил очень вкусное, ароматное блюдо. Готовится очень легко, очень просто и из простых ингредиентов. Начинаем готовить. Погнали! Сегодня готовлю блюдо из молодого картофеля. Нам понадобится всего лишь 600 грамм. Нарезаем на удобные кусочки. Кусочки не должны быть очень большими. Тогда время приготовления будет намного быстрее. Картофель отправляем в миску. Следующий продукт, который беру, это лук. Лук репчатый. Нарезаем кубиком. Также беру небольшой пучок укропа. Нарезаем мелко. Зелень также отправляем в миску. Также нам понадобится сладкая паприка, чайная ложка с горкой. Буквально на кончике чайной ложки паприка чили. Также использую сухой чеснок гранулированный. Чайная ложка соли без горки. В это блюдо можно использовать любую рыбку, но у меня есть красная, я добавлю красный. И также добавляю 2 столовые ложки сметаны. Если вам покажется мало, можно добавить третью. Теперь хорошенечко это все перемешиваю. Все готовится в одной посуде, чем легко. И, конечно же, потом после приготовления меньше мыть посуды. Я все-таки добавил третью ложку сметаны, для того, чтобы картофель был сочным. Ну и рыбка, конечно, тоже. Всегда нужно смотреть на глаз, для того, чтобы блюдо получилось максимально сочным и вкусным. Теперь я отправляю все в форму для запекания. Уже очень аппетитно выглядит. А конечный результат вообще бомба. Обязательно приготовьте. Уверен, вам и вашей семье понравится. Все, друзья, отправляю в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов ровно 30 минут. Отличная, вкусная идея, друзья. Хоть на обед, хоть на ужин. Пробуем. Картофель получился супер ароматный, вкусный, нежный, друзья. Обязательно к приготовлению. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся и делимся с друзьями. Не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.